Свое прочитать стихотворение, назвала его «Память». Триптих из трех частей состоит, в каждой части свой размер. Когда в синях чужих и темных Марина оставляет всех, когда елабуга укромно везет в мешке зашитый грех, когда письмо из рук опавших колючий, нуд на мерзлоте, и сердце Ариадны страшно замрет в скользящей мерзоте, тогда в бараке над межстрочьем склопов преднаупорочный ком сестра за приговор бессрочный молилась от других тайком. Но как же в Париже забыта, размыта тоска сумасшедшей молитвы и долгом трехкрошным ленивая память боится убытка. Но смытые лица поднялись, поплыли в рассветах порожних. В архивах замутный слепни тебя искусает напрасно. Устанет и бодрая стража точить древоточица жука, и лязгают петли, как сплетни глухие, и видится явно, отмоется старая сажа, и донная тает шуга. Так что время вернулось, и я думаю, что мы со временем узнаем как можно